Одной из ключевых растущих технологий и тенденций нашего века является технология блокчейн и криптовалюты. Технология блокчейн создает новую основу для целого ряда приложений следующего поколения, которые позволят создать более сильные и эксклюзивные сообщества за счет обеспечения ненадежных и неизменяемых и децентрализованных транзакций. Творческие способы оплаты, таких как криптовалюты. Когда мы смотрим на традиционные платежные системы, основанные на наличные деньги с фундаментальной точки зрения, мы видим, что первая система очень децентрализована. Второе, жесткие стандарты, отсутствие гибкости. Третье, дорого для клиента, многие трудности связаны с инновациями и валютами. Несколько стран уже появились более продвинутые способы оплаты цифровыми деньгами. Почти во всех полностью заменили традиционный безналичный способ оплаты, например, мобильными деньгами в Африке и Alipay в Азии. К сожалению, существование технологий блокчейн не используется в полной мере для обеспечения жизнеспособной, эффективной и индустриальной альтернативы транзакционной денежной сети. Поэтому нужна более универсальная блокчейн-криптовалюта для решения существует. А вот такая компания, как Galecoin, может ускорить переход на криптовалюту. Действительно, у команды есть четкая цель — создать сеть криптовалют с доступным безопасным кошельком, сосредоточенное внимание на их практичность применения. Проект Galecoin потребовало чуть более 3 лет, чтобы представили основной продукт своего потребительского предложения. Платежные карты, принимаемые в международном уровне, такие как Visa, сотрудничают со многими партнерами. После того, как платформа предоставила клиентам банкам маты для покупки и продажи криптовалют, интеграция традиционным способом оплаты экосистемы Galecoin к покупку продукта. Эта стратегия основана на том, что факте, что стандартные платежные сети сегодня изначально не принимают криптовалюты, и это требует много времени и средств. Рыночный процесс сильно ограничивает количество людей, которые могут вести к криптовалютическую среду. Команда проекта считает, что децентрализованный имеет решающее значение для создания лучшего сообщества людей и ускорения принятия криптовалют в мире. С одной стороны, путем создания сети криптовалюты инициативы сосредоточены внимание и повышение способности продавцу принимать криптовалюты в качестве оплаты. А с другой, команда хочет, сеть Galecoin была высокопроизводительной системы проекта, который делает пользователей криптовалют предприятий, принимающих криптовалют, призначенные прибыль и безопасности. Схема механизма. Первая транзакция — это транзакция между клиентом, который клиент А отправляет заказ в KLC, который предоставляет проверки суммы, проводит транзакцию, зачисляет средства на счет B. Второе. Это транзакция оплаты продавца Galecoin. Транзакция отправляет в KLC после проверки правильности данных транзакции, совершения путем зачисления на счет продавца. Почему должны использовать Galecoin? Galecoin бренд предоставлен в 2020 году Smart Binance Smart Chain, что делает транзакции быстрыми, прозрачными и дешевыми. Второе, транзакция, которой можно доверять. Нет никаких шансов потерять комиссию за транзакцию пользователя. Третье, это международные переводы, предлагаемые, недорогие и безопасные. Третье, это совершенно быстрые транзакции. Четвертое, это безопасное портфолио. Пятое, это для соблюдения требований требуется идентификация проверки. Шестое, это обмен без централизации. И вся платформа для передачи Galecoin — мультивалютная платежная система. Ставка KLC дает вам право на ежегодную комиссию за дополнение перевод, чтобы поддержать цену согласно ростам. 20% будет повторно влито в пулы. Второе, это Galemarket. Это рынок криптовалюты, первая торговая площадка, принимающая платежные средства в криптовалют, будет принимать Galecoin в качестве формы оплаты. Galecoin будет принимать в качестве способа оплаты продавцов, партнеров и дополнительных площадок.